Игнатович Александр Александрович, инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения, управление госавтоинспекции по Мурманской области. Сегодня в районе 9 часов на 1403 километре автодороги Р-21 Кола водитель автомобиля Citroёn пассажирского неправильно выбрал дистанцию до впереди идущего транспортного средства Mazda и допустил с ним столкновение. От удара автомобиль Mazda выкинул на полосу встречного движения с дальнейшим столкновением с автомобилем ГАЗ. В результате дорожно-транспортного происшествия по предварительной информации пострадало 4 человека. Проводится проверка. Госавтоинспекция по Мурманской области обращается к водителям транспортных средств о необходимости соблюдения правил дорожного движения, быть предельно внимательными на дорогах и в связи с наступлением холодов использовать автомобиль, на котором установлена зимняя резина, а также соблюдать дистанцию до впереди идущих транспортных средств и боковой интервал.